стиральная машина прокинута, дверь заблокирована. А где, почему не горит? Сейчас, сейчас. Чтобы открыть дверь, нужно ручку отвернуть по часовой стрелке до упора, угу. Выставить курсор на показатель двери, нажать. И в этот момент нужно нажать на дверь, чтобы ее открыть. Понятно. Обязательно перед тем, как... перед тем, как открыть дверь, нужно обязательно ручку против часовой стрелки открутить до упора.